Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную квартиру 1 плюс 1 под ключ в районе Махмутлар, недалеко от моря. Расстояние отсюда до воды 300 метров максимум. Вот такая большая 1 плюс 1. Бытовая техника фирмы Бека. Так. Здесь у нас два балкона. С этой стороны один балкон французский, маленький. Вид на бассейн. Юго-западная сторона. Есть тут хамам и сауна еще. Покажу снаружи. Тут один балкон большой. Можно его застеклить. Этаж первый. Проект был сдан 6 лет тому назад. Вот такой большой балкон. Если застеклите, будет вам еще одна комната. Рядом есть магазины и вся инфраструктура, которая нужна для жизни. Так, сейчас я покажу комнату. Кого интересуют варианты, звоните, пишите. Кто хочет продать свою недвижимость в Алании, если вы будете честны со мной, то я буду честен с вами. Я вытащу вашу квартиру на продажу. У меня рассылка по всем агентствам недвижимости на этом рынке, и также я слежу за оценкой вашей недвижимости. Как эксперт по недвижимости и агент, я приду на место, мы сядем за столом, посмотрю вашу квартиру, виллу или там что-то другое, коммерческая недвижимость. Обсудим и буду двигаться по рынку. Если цена квартиры будет подниматься, подниму, и свой заработок, который есть, я вам скажу на месте. Оттуда получу свою комиссию, как говорится, и вы будете в плюсе. И мы будем рады продать вашу недвижимость. Продается у нас все быстро и четко. Вот это большая спальня. Квадратных метров здесь как минимум 13 жилых. От стены до стены. Так как просторный, проход просторный. Кондиционер фирмы Airfell. Прихожую вы уже увидели, большая. Сейчас скажу. Вы даете уполномоченной нашей компании, и я выставляю ее на нашем YouTube-канале, а также рассылка по всему рынку Алании. Так что обращайтесь, быстро продадим вашу недвижимость. Вы будете в большом плюсе, а также мы тоже заработаем. Но со мной нужно быть честным во всем. Как есть, так и есть. Потому что на рынке очень стало и ушлых агентств, и ушлых там продавцов, и ушлых покупателей. Рынок стал сложным, так как новые правила ввели, цены с каждым днем уже поднимаются. Порой выходит покупатель, продавец говорит, я цену поднял. Так не должно быть. Цена должна быть стабильная, и вы должны довериться мне, следить за оценкой вашей недвижимости на этом рынке. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 83 тысяч евро. Есть торг. Так что обращайтесь именно ко мне, я обсужу насчет этой цены. Чем дешевле договариваюсь с продавцом, тем в плюсе будете вы. Айдат 250 лир. Так, все, квартиру увидели. Тут жилая площадь 54 квадратных метров. Жилая. Проточного донагревателя фирмы Вейта. Итак, на этаже у нас 4 квартир. Тут 2 лифта. Но этой квартире лифт не нужен, так как это первый высокий этаж. Покажу я вам вход. Там есть зона беседки, барбекю, вот пандусы.
двух сторон. Вот там за этим зданием улица Барбаросса, а также за ним первая береговая линия. Так, спустимся мы к инфраструктуре. Тут, да. Инфраструктура у нас на нижнем этаже. Все работает. Два раза в неделю включают. Угу. Вот такая сауна. И тут хамам турецкий. Зайду-ка я сюда. Дорогие зрители, насчет постпродажного сервиса. Вот здесь эхо, выйдем отсюда. Так, насчет постпродажного сервиса. Мы ведем все дела нашего клиента. Там оформление документов, электричество, вода, интернет-подключение. Также открываем счет в банке. Сейчас очень сложно стало открывать счета в банках, но у нас есть несколько банков, с кем мы сотрудничаем, как компания. Там придется ждать очередь и открыть счет. Нужно поменять кадастровую стоимость, которая указана в ТАПУ. Любую иностранную валюту, доллар или евро, вы меняете на лиру, а потом заново покупаете евро-доллар, потому что все хозяева, кто продает, хотят еврики, навыки. И после этого мы подаем заявку в ТАПУ кадастра. Там есть некоторые расходы, которые я вам на месте все расскажу. 4% это кадастровая стоимость, налог, который выходит автоматически. 1673 лир это налог иностранный, скажем, по-турецки по-другому называется. 2600 лир за экспертизу платите этой квартиры, только покупатель здесь платит у нас. 500 лир берет инспектор, который ведет эти дела, так и все называют. И 1000 лир берет переводчик, присяжный. По-другому никак. Если вы не знаете турецкий язык, придется принимать присяжного переводчика. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Во всех вопросах поможем. Всем пока-пока.